маленькое юмористическое стихотворение. Это премьера, я его читаю первый раз. Называется «В общем, некуда». Экономика Израиля многих заводит, но автомобили Израиль не производит. И объяснение есть куда некуда, просто ехать уже в общем некуда. Я посвящаю это стихотворение моим израильским друзьям и знакомым, живущим в Израиле. Это другу детства Диме Килимнику, писателю, кстати, моему любимому писателю, Эдуарду Тополю, кому еще можно посвятить, родственнице Майи Сажмеренки, вот, которая живет там где-то на оккупированных территориях, ну где-то недалеко от Тель-Авива. Вот, ей будет приятно, если она это услышит. Вот. Славику Либману, хотя мы с ним вроде бы как ссоры, но евреям не надо ссориться. Какой смысл? Мы маленький народ, мы должны, как говорится, забывать что-то там в детские обиды и двигаться дальше. А Славик Либман никак не может мне простить детские обиды. Вот. Ну, Славик, взрослей. Вот, кому еще можно посвятить, я так думаю. Елене Лукацкой, школьная знакомая с нашей школы. Вот, ну, в общем, если кого-то не упомянул, извиняюсь. Обнимаю всех.